Доброе утро. Доброе утро, мои дорогие. Как видите, я сегодня уже совершенно в другом состоянии, нежели вчера. И тому вина ваша активная поддержка, ваши молитвы, ваши сопереживания и живое даже, можно сказать, участие. Потому что еще вчера на стриме я говорила, что чувствую себя не ахти, но после 2 часов общения со своими подписчиками мне правда стало намного легче. Вот так вы меня стимулируете продолжать жить дальше, не усугублять свою болезнь состоянием, а наоборот мотивируете выздоравливать быстрее, возвращаться к обычной жизни. Я, конечно, еще не до конца выздоровела, вы, наверное, чувствуете это по голосу, у меня иногда даже пробивает кашель, вот, но у меня здоровье все-таки, слава богу, поправляется, поэтому за меня не переживайте, детки тоже сейчас все выздоровели, все хорошо, девчонки более-менее, вот, пока не буду говорить, что совсем все хорошо, но более-менее. Вот, мое утро, видите, начинается в ванной. Вероника у меня каждое утро купается. Вот она, принцесса моя. Принцесса моя такая хорошая. Хорошая моя такая. Я набираю ей воду. Ну, не знаю, ну так, чтобы ушки закрывала вода. И она лежит на донышке. Ну, кто-то тут проснулся еще. Кто-то тут проснулся еще и убежал. Да, кто-то переживает, видимо, у кого либо один ребенок, либо вообще нет детей, что вода затекает в уши и может, даже писали, что случится отит. Но вот поверьте маме 10 детей, которая купает всех своих так детей, что отита у нас никогда, слава богу, из-за этого не было. Ну, отит, конечно, случался в жизни моих деток, но это не самая частая болезнь. Вот, слава богу. И после таких ванн, ну, ничего обычно не происходит страшного. Даже наоборот, вот чем хороша такая ванна, вот, тем, что ребенок как бы в свободном плавании, да, то есть я еще ее одеваю круг, и она еще плавает в полной ванной. Пока ванна набирается, она лежит на донышке. Ты тоже хочешь купаться? Вот еще одна водоплавающая пришла. Ну, давай, залазь. Прям с лошадьми? Со всеми. Давай немножко отложим лошадей. Много лошадок у тебя очень. Так, сейчас Вероника будет купаться среди лошадей. Да, и уже в кругу. Итак, с самого рождения. В большой ванне, в кругу. Да. Абсолютно все мои маленькие детки любят купаться, только не все любят мыть головку. Да? Мне сейчас надо варить кашу, я буду ее варить в мультиварке. Данил вчера пропустил онлайн-урок. Вот, из-за моего самочувствия я тоже вырубилась, спала полдня, если не больше, почти целый день спала. Так что после завтрака он просит ему включить компьютер, и он будет заниматься в онлайн-школе. Много вопросов поступает по онлайн-школе. Конечно, самый первый вопрос, платно это или бесплатно. Это платное образование, но там есть разные варианты оплаты. Я выбрала в рассрочку оплату. Сейчас у меня стоит вопрос зачисления туда Саши. Очень тоже хочется, чтобы Саша пошла в 3-й класс именно в онлайн-школу, потому что на семейном, точнее, на дистанционном образовании сейчас у меня вообще не получается с детьми ничего учить, ничего объяснить им не могу. А в онлайн-школе преподаватели очень хорошо все объясняют, и плюс мотивируют, прям по-настоящему, вот могу вот утверждать это 100% гарантией, что они мотивируют к учебе детей. Учеба очень легко дается в онлайн-школе, я довольна на первом этапе, могу сказать, что рекомендую, но время покажет, первая аттестация все поставит, как говорится, на свои места, и я уже тогда смогу сделать правильные выводы и вам об этом рассказать. А сейчас завтрак. Не все вещи можно перенести в нашу кухню, точнее, еще пока не все перенеслись. Поэтому мы пока что еще ходим на улицу за крупами, например, или за молоком. Не все стоит в холодильнике. Поэтому сейчас я выйду на улицу, что я как раз давно не делала.
Леончик, Леончик, привет, соскучалась? Я тоже соскучилась. Да ладно тебе, ладно, ладно, ладно. Ты мой хороший, побежали, побежали, побежали. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ох ты! Ну что, пройтись, что ли, по участку немножко, подышать свежим воздухом? Слабость сильная пока остается, к сожалению. Ой, 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 как там мои курешечки? Бояки, 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 да? Живность моя, как я по вам скучала. Сколько я вас не видела, дня три, наверное. Ой, ну что, поправилось твое здоровье? Не поносишь больше? Ой, телятушки мои хорошие, индюшатушки мои хорошие. Ну что, индюшек где-то осталось 9 или 10 штучек. Доброе утро! Да, 10. Сергей Петрович каждый день по одной штучке убирает. Так что мясо индюшины у нас в запасе теперь. Бычки, прям такие классненькие бычки. Кстати, они у нас еще до сих пор получают молоко, хотя им уже полгода. Но это я попросила. А вот Ялту пришлось снять с молока, потому что она начала поносить. Ну, вдруг вот что-то запоносило. Один день у нее был понос. Я говорю, давайте больше не будем ей давать молока. Они кушают комбикорм для телят, кушают сено. Все так подросли. Когда долго не видишь живность, очень скучаешь. Ай, какие ж вы громкие, а. Ну что, вы сейчас скажете, мать кукушка, да? Не кормит завтраком детей, пошла на скотный двор? Да. Да. Что, козочки? И усё. Козочки, козочки. Это что у вас тут такое? Коз, 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 коз. Так, ну что скажете, девчонки? Девчонки? А, вон какая козочка приболела. Ну да. Ага, вижу. Да, вся такая скукоженная. Тоже стала. Мне Сергей Петрович сказал, что у меня одна коза там в таком же состоянии, как козел был. И сейчас я увидела, какая это сестра, сестра нашей познавашки, пятнистая козочка. Ну, а козел, видите, вот он, в полной боевой готовности. Да, Альтаир, да ты ж весь описанный. Понючка. Доброе утро. Привет. Я... Ну, ты какая шустрая, улыбается уже. Что-то аж схуднула, мне кажется, нет? Немножечко, но это... Блин, обалдеть. Ну, я просто слабость сильная. Ну, я смотрю, хорошая эта улыбка у меня уже прям... Все хорошо. Я козочку поняла, какая пятнистая. Ее надо отсидеть отдельно от всех, пускай она там отдельно. Я ее сажал отдельно, но толку нету. Не, ну, понятно, ее надо колоть начать. Ага. Сейчас, что, я вам покажу сразу, какие уколы сделал. Ну, да, да. Я сама не буду делать, у меня руки еще мягкие. Нет, ничего. Так, вот у нас самое главное, это тиамин. Значит, сначала сразу 4 кубика, на следующий день 3 кубика, потом 2 кубика и по 1 кубику, пока ей не станет легче. А, каждый день. 4, 3, 2, 1. Да, и один... Подожди, подожди, один раз в день, да? Да, 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 все один раз в день. 4, 3, 2, 1. Угу. Все, это я запомнил. И вермек сейчас, наверное, уколем еще и. Да, и вермек это от глистов, ну мало ли. И вермек уколем. Что-то у нас еще есть, ну, хорошее. Да, что-то я не вижу, чтобы у меня был этот. Он витам. Я что, его весь, что ли, извела? Оказалось, мне его так много. Странно. А, вон же еще что-то стоит.
сидимин. Так, ну сидимина 2 грамма. Или забудете? Вам нужно написать, да? Говорим, ну да. Сейчас. Ладно, я вам напишу тогда. Вот у вас 4 препарата, я вам всех их распишу, и вы их просто в разные места и наколите. Что там наши новые куры, нормально? Ну, боятся еще, когда к ним заходишь. Угу. Ну, да. Я стараюсь почаще заходить, просто так, чтобы не верю на машу, чтобы они привыкали. Сначала они вообще шарахались. Под кормушку, не под кормушку, да, под, да. Под, да. Гнезда туда забываешь. Вон, видишь, здесь сидят? Да, да, да. А там тоже какой-то... Нормально, видишь, вот так. Вон она старая, она так и сидит там с ней. Да, еще одна проскочила. А, ну вон вторая, вон, видишь, ровно вон она. Да, вижу, вижу. Красотки, голубки. Ладно, пойду, а то я уж детям завтрак задолжала. Никак им не сделаю. Так, так, так. О. А здесь у нас, кстати, тепло в летней кухне, потому что обогреватель стоит. Сейчас, если будем покупать радиаторы... А, да, я же вам не рассказала, что в конце ноября мне придется либо выехать из дома, либо полностью сделать отопление электрическим в доме. Вот такая у меня тут история, да. Я думаю, что придется мне конвекторные радиаторы купить для всего-всего дома. Это целая куча. Ну и сюда повесим. И Сергею Петровичу повесим, и в козовник повесим. В общем, не знаю, сколько это все будет стоить, удовольствие, но других у меня вариантов нет. Мне сказали, что мне не сделают отопление, пока я не выехаю из дома. А выезжать мне, сами понимаете, некуда. Так, что бы мне сварить, детки? Пшенную кашу, точно. Это все геркулес, геркулес. Сейчас пшеночку сварю. Так, а молочко, маслица. Наверное, все туда перенесли. Эти холодильники. Вот так вот. Пошли. Да-да, кашку. Все проснулись, да? Доброе утро. Где коробочка? Леша, где коробочка? А? Игрушка. А вон она. Данил, помоги, пожалуйста, собрать. Вот коробочка. Друзья, я сейчас нахожусь на нашей кухне. Кухня у нас так и осталась еще и остается в ремонте. Но мы сюда перенесли стол, один холодильник, плиту, даже посудомойку. Потому что уже, ну, и холодно, и в связи с тем, что болели. Вот, не стали на летней кухне продолжать там работать. Единственное, что но, большое но, нам придется отсюда все равно через какое-то время выехать, когда приедут сюда электрики, потому что здесь будет, по-моему, в районе 14 розеток, лампы и вся вот эта светотехника. Вот, когда будет здесь настоящая кухня, уже сделанная, то, соответственно, здесь совсем все будет по-другому. Ну вот, детки покушали, мы занимаемся своими делами. Я сейчас Лёшу позвала, чтобы он мне помог распаковать нашу новую вещичку. Мы ее брали специально для Вероники. Заходи.
Идем, идем. У меня нет сил. Всем привет. У Лёши есть. Вот такая штука. Сейчас вы увидите, что это. Да. И Веронику тоже потом мне поднимешь сюда, посмотрим. О, будет теперь у нее новое местечко, где она будет и играть, и спать. И спать. Какой красивый цвет. Так, ну что, давайте посмотрим. Как это все так компактненько в эту коробочку вошло. Тяжело. Тяжело? Вошло. Тяжело вошло? Очень все качественно сделано. Уже не первый наш манеж такой. У нас были манежи. Но это кровать-манеж. Чтобы вы сразу понимали. Помочь? А, то есть сначала... А, вон оно как. Здорово. То есть сначала серединку, а потом уже все эти края. А можешь еще раз показать? Еще раз разбираем, собираем на кнопочке, да, вот так нажимаем. Раз, раз, раз. И все. И у нас компактно все это складывается и убирается в чехольчик. Как и было. Ну, ты не складывай до конца, уже разбери теперь опять. Здесь самый главный принцип, да, то, что не надо ее раскладывать сразу. Сначала бортики, а потом уже серединка. То есть собрать с серединки, а разобрать сам последний момент серединка. Видите, у нас мастер-класс по разбору и сбору вот этой, вот этого классного манежа. Не буду, у меня точно не хватит сил на вот эти зажимы. Я смотрю, они так плотно входят. Но Леша молодец, справляется. Угу, сейчас я тебе подам. Держи. Пусик мой, папусик, папусик, ты мой колёсый. Да-да-да, твой. Смотри, смотри. А? А если тебя покачать, там можно скачкать. Ссылки все будут в описании. Также хэштеги, по которым эту кроватку вы можете найти в таком же цвете, как у меня. Фирма Карелла. Ставьте лайки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, был ли у вас опыт использования таких манежей, а не кроваток деревянных. Я вот от деревянных кроваток отказалась давно. Да, и как вы знаете, Вероника очень долгое время еще спала в своем коконе. Вот. А деревянные кроватки мне не нравятся по той причине, потому что в них все время дети как-то у меня запутывались лично. Ножки туда проваливались, ручки, и даже бортики не спасали порой. Вот. А сейчас придумали всякие вот такие манежи, кроватки. Удобно, мне кажется. Еще их с собой брать удобно. Просто в машину загрузил и поехал. Да? Че, спать-то будем? Или будем тут играть, а? Че скажешь? Че скажешь? Что ты мне скажешь, а? Что ты скажешь, а? Ну-ка, давай, 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 давай. Как мы с тобой будем? Ой, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. О, как классно! Во, как здорово! Тыж! Да? Класс! Пока я еще не до конца выздоровела, у меня еще мало сил на то, чтобы снимать длинные ролики. Но я очень надеюсь, что вам этот ролик понравился. И вы поставите свои лайки, напишите комментарии. Мы с вами прощаемся. Вероника вам тоже машет ручкой. Леша, скажи пока. Всем пока. Всем пока, мои дорогие. Пока-пока. Не болейте. Да, будьте здоровы.